Мне за этот, наверное, год не доводилось лично сталкиваться с коррупцией, но сейчас в университетах сессия, и я слышал про то, что и в моем университете в том числе есть такая практика, как, ну, проплачивать экзамены. Некоторые мои знакомые действительно говорят, что вот прям на самих парах им преподаватели могут сказать конкретные расценки за определенные оценки. В полицию я, в принципе, не обращался, потому что, ну, за такими вещами не обращаться в полицию, это мелочи. По сравнению с тем, ну, действительно высоким уровнем коррупции, который у нас в стране есть. Вот в какой сфере вы сталкивались? Бытовых. Это когда надо было к госслужащим обращаться по поводу справок каких-то там и так далее. И по работе, в налоговой. Ну, если я бухгалтер по профессии, там сплошным порядком. Не дашь, не заплатишь, затримуються різні довідки, необоснованно проводяться якісь перевірки, вимагають якісь додаткові документи, зовсім не передбачені законодавством. Ви питались обратитися в міліцію? Категорично ні. Вы не видите в этом смысла? Потому что я не бачу всему сенсу. Да, мне приходилось сталкиваться с коррупцией. Я проплачивал экзамены все свои. То есть я тупо диплом себе купил. Я на первом курсе 60 гривен заплатил за экзамен по информатике. А в таком случае, если вы сталкивались, то почему вы не обратились в милицию? Или вы не считаете... Так, а мне было выгодно. То есть мне было выгодно, потому что я в информатике, допустим, ничего не понимаю, к примеру. Да? То есть мелкая коррупция, и это не испортит мир. Но если, допустим, коррупция в политике, коррупция там в чем-то, где более глобально, где то, что реально влияет на мир, это, конечно, плохо. Коррупция везде. Жилищно-коммунальные, милиция, сфера образования, везде. Я лично не давала, но некоторые вопросы без этого было очень сложно решить. То есть, если есть время и желание, соответственно, можно побороться и пойти легальными путями. Прямым текстом они, конечно, взятки требуют. Пытались ли вы обратиться в милицию, или вы не видите в этом смысла? Не вижу смысла, потому что мои знакомые обращались, и, соответственно, там им также предложили. Чиновники берут денежки за всякие услуги, депутаты покупаются. Это же естественно. Вы думаете, милиция как-то отреагирует на это дело? Ну, если бы насильно меня заставляли кому-то что-то там платить, я, возможно, бы и обратился. Ну, скажем так, приходилось сталкиваться с коррупцией в сфере системы обучения. В большинстве университетов Украины берут взятки. Этим все сказано.